воевать за пределы сейчас. Агуэрос Месси придумывает атаку сборной Аргентины. Месси входит в штрафную, никто его не встречает. И лишь в самый западает этот удар. А в эту на один НЛК удар поворотом. Но это Рибери уже в штрафной площади. Удар поворотом. Кариса. Все прекрасная передача на Эмилиано Папа. И удар из-за пределов. Бился того, что его восстановили в составе сборной Франции. Мяч у Гутьереса. Удар поворотом. Но ходу уже не удастся пробить. Гутьерес вот только сейчас бьет и гол. Ноль. Сборная Аргентины впереди. Но команда Франции только играет на Хонаса. Тот входит в штрафную площадь. Передача. Управлять здесь свободная зона. Удар поворотом. Подача в исполнении Рибери, Карисо, Ниса. Подача Лионеля, выходит Манданда. Не без труда, но отводит эту угрозу. Мяч аргентинцев, Месси идет вперед, удар поворотом и гол! Ой. Here comes Griezmann. Trying to second guess who'll hit it is another problem. It is one. Lloris stays back. Getting into the middle, Griezmann wandering there by himself to Messi. Oh, there's a tangle. It's a long way from goal, but what from the heavens? See, Messi's got it in. Mbappe leaves it. Pavard hits it. Mbappe. Mbappe. Messi takes his time and wickets it through. He's done it again. The Argentine. It's Giroud now.